Провести час без света призывают защитники природы всех, кто неравнодушен к судьбе нашей планеты. В субботу, 19 марта, с 20:30 до 21:30 по московскому времени пройдет всемирная акция «Час Земли». Суть акции в том, чтобы 60 минут обойтись без электричества. В России час Земли проводят с 2009 года. В столице в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа и других известных зданий. Это позволяет привлечь наше внимание к проблемам природы, рациональному использованию ресурсов.